Всем привет! Ну что, ребятки, вчера вы смотрели Кирилла Терешина про руки-базуки. К вечеру вы решили подкупить синтольчика и вдуть их в бицепсы. А сегодня у вас, например, тепловентилятор не работает, и жопа замерзла, и вы за руки-базуки замерзли. Ой, за руки-базуки забыли. Потому что жопа мерзнет. Потому что не работает тепловентилятор. Ну, в этом я вам помогу. Смотрите. Здесь причина в чем? Холодный дует постоянно. Тепла не дает. Если у вас такая причина, здесь на переключателе режимов он стоит на максимально, но тепла нету. Дует в любом режиме постоянно холодный воздух. Так, вытягиваем с розетки. Если такая симптомы, значит, в тепловентиляторе вот стоит тепловая такая мембранка, как теплореле. Часто здесь клемка обгорает и нет контакта. Вот здесь. Вот он. Вот здесь, вот здесь. Вот так вот и найдете. Вам нужен, конечно же, тестер. У меня сейчас вообще просто самодельный на прозвонку. Вот так вот. У меня загорается светодиод. Это для прозвонки. Если у вас тестер там китайский, то ставите тоже на прозвонку. И проверяем вот эту ж нашу релюшечку. Так, вот так вот на контакты замыкаем. Проверяем, вернее, подключаем. Горит светодиод, значит, контакт здесь есть. Вторая причина, которая может быть в тепловентиляторе, при отсутствии тепла, но сам вентилятор работает, а тепло не дает. То есть вот эти нагревательные элементы не подключены. Здесь стоит вот такой предохранитель. Давайте сейчас проверим таким же методом на прозвонку предохранитель. Так, вот здесь его контакты. Все, смотрим. Он у нас еле-еле что-то там звонится. А он должен полностью звониться, никакого сопротивления не должно быть. Вот в этом причина. Чтобы вы не думали, что я там пустозвон, я вам это докажу. Включаем розеточку. И можно замкнуть этот предохранитель, что ось ты. О! Ну, я вам это не рекомендую делать. Так. Вот, видите, сразу темп подключается. О, тепло пошло. Искра идет, ну то есть нагрузку берет. Из-за этого получается искра. Вот так. Как вариант, брать паяльничек, выпаивать его, пустить, взять где-то многожильный провод, взять три жилы с него и припаять сюда. И будет вам все окей, получится, и будете в тепле смотреть опять Кирилла Терешина, если вы считаете, если он вам не надоел. Так что, ребятки, удачи вам в ремонте. Всем пока.